понравилось, что все мы, дети, участвовали в этом спектакле. И мне очень понравилось, как это все сделали. Это очень интересно. Очень важно, чтобы все дети общались все вместе, потому что они должны дружить, они должны как-то развиваться вместе, играть в одни и те же игры. И нельзя делать различия между особенными детьми и детьми, ну, без особенностей развития. Куда бы мы ни посещали какие мероприятия, наши дети отличаются тем, что они более организованные и более чуткие. Тем самым они наших обычных детей обучают этому. То есть идет взаимный контакт. Это поддержка и это в любом случае социализация. И как родителей, так и их детей, которые очень необходимы. Поэтому эта форма, она развивается в нашем городском округе, и все больше мероприятий мы проводим именно с точки зрения инклюзии. Ну и мы, конечно же, верим в чудо, в новогоднее чудо, и мне очень хочется пожелать и родителям уверенности, и терпения, оптимизма, и, конечно, чтобы наши дети были счастливы.